25 сотых. 81,25 балла. И на данный момент это первое место. Многое у них в плюс. Никаких штрафов не замечено. Команда Италии на данный момент занимает третье место. Ну, в общем, они молодцы. Итак, Елена Ильиных, Никита Кацалапов. Ученики Морозова и Войцеховской. Лебединое озеро.
Но с другой стороны, конечно, это тоже удивительная атмосфера на этом стадионе, потому что... Просто потому что я еще ни разу не слышал на соревнованиях по фигурному катанию, чтобы, услышав музыку Чайковского, люди вдруг начали аплодировать так, как будто, ну, не знаю, там как на джазовом концерте, когда они услышали какую-то знакомую вариацию. Это реально интересно. Елена Ильиных, Никита Коцалапов. Молодцы, красавцы. Я думаю, что все три оставшихся танца, ну то есть этот и еще два, доставят нам прежде всего высочайшее эстетическое удовольствие и наслаждение. И учитывая нынешнее положение в турнире, как-то не хотелось бы забивать себе голову техническими подробностями. Потому как они в любом случае имеют некое микронное значение. Оно, безусловно, очень важно для самих ребят, для тренера и для того, что они будут делать дальше в индивидуальных соревнованиях. И они важны для тех, кто... сейчас будет выставлять оценки, и те, кто любит анализировать все происходящее. Я надеюсь, что для вас они не имеют такого определяющего значения. И у них штраф. Один балл, который не позволил им набрать, предположим, 104,48. И этот балл снят за костюм. Единственное, что я, если честно, не углядел, что с костюмом, что с ним не так. Вроде бы все в порядке, все на месте, ничего не отвалилось. Может быть, я чего-то не заметил. Но это балл за костюм. Остальное все в плюсах. Причем за первую поддержку плюс был 2,71.